Сейчас прозвучат три песни еще раз на идиш. Сколько вам понимают идиш еврейский? А? Ну, да. Аркадий дал нам доклад и тур сегодня по-русски и на идиш. Полиглотский. Так, первая песня «Сопротивление» написана на музыку казачьего марша, которую Пол Робсон пел везде, включая незабываемое исполнение в Москве. Вторая – соло для Хелин о любви. И, наконец, дуэт, народная песня тоже о любви.